Итак, на один газифицированный населенный пункт в регионе стало больше. На этот раз голубое топливо пришло в село Каргино Вишкаимского района. Там проживают 500 человек, владельцы 70 домов уже пользуются природным газом. Еще в 106 домах выполнены проекты внутридомового газового оборудования. И в ближайшее время там проведут монтаж. Поздравить жителей с пуском природного топлива приехал и глава региона. Очень знаковое событие. Наконец-то пришел газ в ваши дома. Это значит тепло, уют, комфорт. Это совершенно другое качество жизни. Мы со своей стороны будем обязательно помогать. У нас есть соответствующие программы поддержки для семей с невысокими достатками. Если будут какие-то проволочки, напрямую давайте мне пишите все аккаунты, социальные сети. Будем все эти моменты отрабатывать. В дом Липановых голубое топливо пришло всего 2 недели назад, но печь, которая раньше каждый день использовалась по назначению, уже превратилась в полку для солений. Теперь не нужно колоть дрова, чтобы дома стало тепло. С утра встаешь, заносишь дрова или свечи заготавливаешь, затапливаешь. В это время дома холодно, ждешь, когда она топится. Готовили дрова тяжело, привозили бревнами, мы их распиливали. Муж с сыном. Потом кололи. Они все лето сохли у нас. Потом в августе мы складывали в поленнице. Часто поленницы падали. Мы потом опять складывали. 7 машин надо заготовить нам на зиму. Компания «Газпром» построила межпоселковый газопровод от поселка Вишкаима до села Мордовский Белый Ключ. Его протяженность больше 26 километров. В этом году у нас 104 населенных пункта. Из них половина должна быть уже запущена. В этом году мы точно с этим справимся. Программа догазификации будет продолжаться, она бессрочная. Поэтому вам искренне спасибо. Еще раз благодарю вас за то терпение, которое вы проявили, пока ждали, когда газ придет к вам в село. Но он пришел, мечта сбылась, поэтому продолжаем работать. У всех все будет хорошо. План по газификации Вишкаимского района выполнен почти на 50%.